Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки. На канале Silver Fox сегодня хотел бы выложить видеоотчет по реке Петрица, район Сосновка. Первую половину дня я отловился на глубинах, кормил, стоял плотвичку, ждал белую рыбу, но ничего не получилось, к сожалению. В этот раз было закормлено две точки на глубинах 2,5 метра и 1,5 метра. В итоге ничего не получилось, рыба не подошла, была одна поклевочка, поймал одну маленькую плотвичку и принял решение уйти вот сюда, на мелководье. Здесь глубина примерно, где-то полметра, сантиметров 40-30. Вот, ловил я здесь на безмотылку, ну и, соответственно, вот что из этого получилось. Поймал я ротана, как ни странно, в этих местах. Это она вообще как таковую, я про него даже не слышал, то, что он здесь есть. Оказывается, есть. Хапнул он на падение. Вот. Ловил я на безмотылку вот такую. Там в нижнем видео по поводу мормышек. Можете посмотреть, она под номером 3. Вот такая вот безмотылочка маленькая. Вот. Гвоздик с квадратиком. Вот. Неохотненько, но проклевал все-таки окушок. Небольшой, ну. На ушицу пойдет. Вот. Все, всем удачи, всем удачных рыбалок. Это был Silver Fox. Увидимся еще на моем канале.